И после рекламы короткий информационный обзор. Сегодня Клинская теплосеть сняла заглушки у трех должников из Раздоля, Слободы и Решетникова. Квартиросъемщики погасили часть долга за коммуналку и подписали соглашение «Платите дальше». Управляющая компания, в свою очередь, продолжит работу по ограничению услуги водоотведения для злостных неплательщиков. Новый аптечный пункт по обслуживанию льготников откроют в Клину. Он станет четвертым по счету и разместится на базе первой поликлиники. Лекарства по рецептам там смогут получать федеральные и региональные льготники. 13 сентября в 12 часов в Демьяново начнутся народные гуляния в честь большого праздника новолетия, славянский Новый год. В программе концерт, народные игры и забавы, казачий курень с угощениями, катание на лошадях.